Исландия, вторую в Европе, после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса, проводит в субботу очередные выборы президента. Практически никто в стране с населением в 365 тысяч человек не сомневается, что кресло главы государства на второй срок займет действующий президент, 52-летний Гвюдни Йоханнесон. Историк, писатель и переводчик, он стал самым молодым главой островного государства и независимым президентом, который принял решение пойти в политику после публикации панамских документов, ужаснувших его уровнем коррупции среди представителей власти. Его единственный конкурент – 57-летний бизнесмен и политик Гудмундур Франклин Йонсон. Учитывая данные соцопросов, согласно которым за действующего президента готовы проголосовать более 90% исландцев, а за его конкурента лишь чуть больше 6%, шансов быть избранным у Йонсона нет.